Так, ну что, после обновления на версию 1.29.2.9s меня вроде бы не кинуло обратно в гараж. Так, сейчас я нахожусь, сами понимаете, где. Так, и сами понимаете, на чём. Вот, сами понимаете, что я сейчас хочу сделать. Нужно допереть куда-нибудь, не знаю, какой-нибудь груз. Так, я вот с внешними заказами сейчас играюсь. Так, ну это не серьезно на самом деле, но прям таки и не очень дорого. Ну ладно, погнали. Сливы из Ливерпуля, из Ливерпуля в Манчестер. Сливы — это так в принципе ягоды. Так, врублю, чтобы что-нибудь на фоне там болтало, а то мне самому болтать-то неохота. А, блин, вот я лох. Из Ливерпуля в Манчестер, да? Блин. Ну, тут, конечно, рядом, поэтому туда-сюда можно сгонять. Но вообще, конечно, не очень хорошая идея была так сделать. Надо было внимательнее смотреть, откуда куда. Прошляпил это место. Ну ладно, ничего. Сейчас туда-сюда. По-быстренькому. Сейчас 6:30 вечера, как бы ночной такой будет рабочий день, рабочая ночь. Так, это Великобритания, нужно по левой стороне перейти. Drive on left. Что называется? Я вот этот кругляш терпеть не могу. У меня постоянно кто-то въезжает слева. Нет, справа. Странные англичане люди кратковременно убирают лимит на скорость, а потом его сразу опять одевают. Это еще чего? Бывает наоборот. У них лимит на скорость 97, потом кратковременно 80, и вот у меня на этом участке, где ограничение 80, успевают штрафовать. Это капец просто. Российские гаишники отдыхают просто в таких масштабах и
если тут у них так... Блин, что сказал, это я говорю, российские гаишники с их засадами, в принципе, отдыхают. Это гораздо эффективнее такой способ. Со скоростными камерами у них еще все это сделано. Блин, у меня один глаз заклеен. И Симашка вернулся недавно. Поэтому не очень комфортно с одним глазом. Блин, такие вот косяки у меня. Ого, я сделал скани. И Вольво. Так, а теперь мне надо как-то уйти в сторону. Красиво получилось, ну что поделаешь. Придурок. Надо вешать знак. Треугольничек с мышкой. А еще мне надо мозги включать. Но это ладно. Это потом.
не люблю я британские развязки, они какие-то непонятные, неожиданные, на навигаторе очень плохо отображаются. Тормоза сраные не работают еще. Ну вы что, охренели что ли? Там что, зеленые, не зеленые? Да, в Зилке с тормозами плохо. Это я еще груз не забрал. Капец просто. И обратно, блин. Той же дорогой, походу, придется. Со сливами, блин. Еще поворачиваем. Иди, да? Молодец. Это я только за грузом подъехал. Капец просто какой-то. Ну, сейчас еще парковаться буду. Тут хреновая туча времени. Надо загнать буду тачку потом. Так, а что у меня с состоянием? Так, ну-ка посмотрим. Ну, в принципе, в ДТП-то я не попадал. Ну, так, по мелочи. Так, теперь нужно... Сначала чуток прямо проедем. Так, прямо. 57 чуть-чуть. Тормоза здесь, конечно, капец просто какие-то. Так, у меня, кстати, нет топляка. Вот что меня еще беспокоит. В принципе, это вот близко, я понимаю. Зацепились. Стоп. Погнали. Потихоньку. Нужно на заправочку, но там, по-моему, по пути заправок нет.
Я что-то не видел. Да, тут довольно короткое расстояние. Заправок тут нет. Ну, значит, доедем. И заправимся. Судя по карте, мне говорят, через 2 часа их перечь. Только что-то я не понял. До Сосновки довольно через 4,5 часа. Ну, ладно. Кстати, не знаю. А, да, мне в обратную сторону ровно, в обратную сторону, откуда я прибыл. Сейчас то же самое, только наоборот. Но тут хорошо, тут направо глянул и пошел. Так, и время уже 8:30. 2 часа добирался до Ливерпуля. До Ливера. Без груза. А они мне предлагают 1,5 с грузом. Это перейти. Да, и чё? 4 часа теперь. Сильно гнать не буду, у меня сейчас поворот налево. Неприятный такой поворотик, надо сказать. Попробую в него влететь, конечно. Честер, значит, вот по этой полосе. Thank you.
Манчестер. Ну вот, 2 часа туда, 2 назад. Тут еще полчаса пытаться пристроить этот прицеп куда надо. Там кругляш этот неприятный, мне кажется. Где там у нас? Куда там нам надо? Да, кругляш и по правую сторону. Да, надо перестроиться, походу. О! Отлично. Так, кругляш. Заправиться. Парковаться я не буду. А время, чтобы не тереть. Хотя, по идее, надо. Но потом. Потом. Ну, хотя бы штраф окупил, да? Так, ладно, значит, у меня остановка для отдыха через 2 часа. Опять я здесь, там, откуда выехал. Так, и значит, что? Значит, мне надо на заправку. Так, и тут еще какой-то интересный объект в Манчестере. 2. Вот, а где заправка? Я тут не вижу ни одной заправки. Они что, охренели? А, ну вот одна. Там же можно будет и подремать. Так, ну что, вот первый интересный объект, который мне интересен. Так, поехали. Чисто ради эксперимента. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что это такое? Не задом папер. Так, нужно объехать. А, черт, я же не в ту сторону посмотрел. Ой, ё. Ну, ё. Предварительное торможение. Второе предварительное. Так, тащим.
Жалко, что нет симуляции ручной коробки. Здесь как раз с протаскиванием сцепления было очень интересно вот это реализовать, этот маневр. Да, еще одно кадровое агентство. Хорошо, это надо, когда я открою второй гараж. Так, дальше. Здесь салончик, еще что-то. Угу. Еще не добрался до того места. Этот гараж, да, продается. Что ты делаешь? Что ты делаешь, а? Я же с мышки, не видишь, что ли? Вообще прям какой-то... Ой, я вообще на встречке. Блин, что за день сегодня такой? Странно, кстати. Братюня, извини, я сейчас буду делать вообще жесть. Но без нее никуда. Не, надо вон туда. Меня, конечно, интересует вопрос, как я так случайно оказался на встречке. Это капец просто. Ага, новый автосалон Scania. Ну, не знаю зачем. Ну, раз уж есть. Так, мне нужна ближайшая заправка. Ближайшая заправка, судя по всему, вот здесь. И там же можно будет подрыхнуть до следующего рабочего дня. А вообще-то здесь еще можно отремонтироваться слегка. Да, поеду, заеду. Так,
Колеса, только колеса. Двигатель новый, трансмиссия, шасси вообще почти новое, кузов. А что, все равно, тут недорого, кстати. Вот, 353 евро. Так, хорошо. И сразу прям погнали на заправку. Что-то в салоне Искании эти прицепы мамут торчат. Интересно, зачем? Так, мне до отдыха 2 часа 4 минуты. Успею как раз добраться до заправки. Так, предварительное торможение не надо. Отворот. А, нет, надо. Ну, ладно, я сразу окончательно сделаю. Что-то мне кажется, но в Англии иногда останавливается время. Вот тут вот этот вечер, он уже черт знает сколько. Может, это, конечно, связано с особенностями географического расположения, не знаю. Сейчас 11 вечера. Рабочий день начал в 6 вечера. Я, наверное, полдня где-то отъехал до этого, наверное, возможно. Так, сейчас не очень приятная такая ситуация. Они все на развязку. Блин, я просто не ту... Нет, куда мне... Я что-то не пойму, ни черта, надо мне поворачивать? Нет, наверное, нет. Эти вверх пошли. А, во, дальний просто включил. А вот тут какой-то странный эффект. Что-то как-то, ну, странная тень какая-то была. Сейчас заправимся, подрыгнем. Да.
где здесь заправка? Вон там. А где же здесь место отдыха? Полный балдёж, Татал. Ладно, шучу. Так, ну чё, погнали. Полный бак. Сейчас вот... Скорее всего... Просто всё заработанное за вот эти вот 4 часа, не 6 часов. Вот эти за 6 часов все сейчас заработал, сейчас просто-напросто. Чувак, тебе придется подождать сейчас я. Просто спущу. Спущу я. А, нет. Ну. Отлично. Погнали. Погоди, нет, сейчас я... тут где-то должны быть карманы для отдыха. Да, они дальше по курсу. Там и прервусь. А тут он был? Это мне за топляк сняли? А, вон они. Ну вот сюда я, кстати, попробую забраться. Интересно, а здесь можно будет подрыхнуть? Вот на этом маленьком кармашке. Или все-таки на большой надо будет? Все.